Я больше не буду рисковать. Кто вас знает? Не, ну там не баф дали. Не, я про двойные дреды. Я взял шарик. Возьмешь? Взял. Один. Три. Ой, сори, сори. Что-то не хватает. Да сойдет. Два, один. Масс! Я все сделал так красиво. Сколько? Пять. Один. Забираю. Я не знаю, кто курит.
Neyse. MJ'si Alex. Uyuyor. Кому ноги на вара? Ну, мне это пушка, мне надо сейчас к нему. Не, танки много. Ой, ноги танкам не нужны. Там не слышно? Нет, мне тоже не надо. А, нет. А, Стелла, ты типа писал, что тебе не надо? Не, не надо. А ты типа free roll for, я думал. Ну, ну я потому свободный. Как ты написал. Мне показалось, что если, типа... Если бы не надо было, я там писал, нужен. Ну, мне нужен цель только пояс, по-моему. А чё, сколько на последнем у меня было? Ну и правда, как ты под конец аж подошел, ударил. Кого? Босса, ну там взрыв происходил. Ты не выдержал, подошел, еще под конец ударил. Там 1% оставался. А. Ты даже заставил меня побежать и стаки сбросить. Я боялся, что Алекс с водой останется. Так, я релогнусь тогда быстренько. А кто? Кто-нибудь парсил? Последний? Сколько там? Не-не-не, не поделился. Нормально. Кто? Я не слышал ничего. Так там же этих филлеров хреново туча. Там смотреть невозможно на самом деле. Я, по-моему, год на год забрасывал, потом через год скачиваю, там, не знаю, серии 15 сюжетных, все остальное филлер. Не знаю, про шаман буду прочитать для всех. Да и тем более в кинотеатрах же показывали этот полнометражку, где он уже взрослый.
я филеры даже не смотрю. Ну, вообще пишут заранее, на некоторых сайтах, там сюжет или филер. Но вообще, если ты включаешь, и там идет не продолжение, тоже сея. Ну или идет как продолжение, а потом воспоминания. Там даже Блич закрылись, поэтому как прекратили пока что, потому что слишком много филеров было, и решили дать манги уже дойти до конца, и потом снимать. Ну, сейчас по манге очень интересно. Ну, самого аниме нету, а манга так и продолжалась. Я говорю, аниме прервали, чтобы филеры не сувать, как Наруто. Они дали дописать, но еще нету концовки, но уже близко где-то. Не, ну я могу сказать, что сейчас идет по манге интересно, так что потом продолжение будет норм. Да, потому что они не по манге сделали. Они в итоге, когда снимали аниме, манга еще писалась, и они закончили по-своему просто так. А на самом деле манга по-другому тут началась. Ну да, да, и там битва потом на Луне была в конце, а не то, что там ударили босса один раз, и он упал. Но вообще сейчас хит этого года, это вот это, что я скинул название, вот там вообще сейчас половина только вышла, и все просто, ох, это... А ну и все еще в пятерке сидел. Мы тоже могли там сидеть. Да ладно. Да нет, так на прошлой неделе нормально. Не, на прошлой нормально. Это когда я на час позже пришел, наверное. Да, да, да. Да, я бы походил. Ну и другие, значит, походят. В Алексу тоже надо, в Алексу оружие надо тоже, на 16. У меня вы после 16-го, мы увидите. Да, так что... Или до 16. Как-то не пойдет. Как-то не пойдут, сквозь все не пойдут. Все равно Лора ходит даже за другими. Кем-то В4, В8, я его видел, но еще ему все равно делать нечего. А Барри просто когда не работает, тогда думаю, сможет. Ну... А, погоди, я что-то я забыл даже. А там так. Там Зиппер был, короче, тащил нас. Я бы, кстати, еще побил бы чуть-чуть Нидхога. Мне еще 6 томиков надо. Я, блин, на ВХМе ходил. Так тупил вначале. Все пойдем с вами. У Алекса там астролог.
Так, то... А он не ваншотал? А он не ваншотал потом эти свои атаки по танку? Чего? Говорили, копнул. Я, кстати, на своем ниндзя ни одного монаха не смог перебить. Был бы лица, но где-то 20-30 ДПС все равно. Ну, в этих экспертов лет 1534 и т.д. Ну, сегодня тоже было, когда был сегодня вот, на 24 people, я почему парсик включал, потому что был самый монах на 240. И у него то хороший ДПС был по 2000, а то 1100. И я не знаю, что с ним происходило. Ну, видимо, он либо он играл, либо покажу. Да нет, он бил. Вот мы на Озме были, я когда парсил. Я почему парсик включил, потому что было интересно посмотреть его ДПС. И до этого на первом и втором боссе было нормально все. Ну, он все время бил. И на Озме он не отходил, ничего. Ну, не знаю, что. Может, он просто подходил автоатаке, я же удары не смотрел. Но у него, кстати, был другой набор вещей. И такой, как у меня и у других он. Не 240, вот ты хочешь сказать, ну, не с этого, не с 8. Возьму это. Не, там был только релик. Возможно, ты прав, я тоже подумал. Один копнет, второй отойдет, потом снова копнет. Ладно, сейчас как раз. Ну, а там один чувак появился, я нормально продавал, потом кто-то появился с длинным ником, начал перебивать цены, просто по 2-3 тысячи ниже ставить. Ну это такой бред. Так, ну смотри, была цена, ну, 10 один раз. Потом бах, приходит чувак, ставит за 6. Все. Вот это такой, я даже пытался вычислить, кто это, но так и не смог. Потому что ты все равно запоминаешь, когда на точке есть. А там, кстати, вот этот... То, что и валит, думаю, это чувак один, но явно на боте играет. Я его вчера тоже видел, опять. Он просто подходит, его моб бьет, а он все равно начинает копать. Клара там что-то там. Да я не знаю, может как-то пожаловаться, может, но это 100% бот. Не, это не кристаллы, да бывает, ты что? Все покупают. Ну, раньше покупают. Готов. Ну, кристаллы, да. Кристаллы это свежие. Не, ну я перестал торговать с ним, когда перебили все цены. Нет, я даже когда вышла игра, я почему не качал крафт, потому что шарги не было. Ну, я помню, раньше другие совсем были. Гили. Ну, ты, кстати, Акуманы помнишь нашего этого? Ну вот, он же вообще сделал ачивки, которые в каждой локации там выкопать определенное количество ресурсов. Что там отдаст. Так, такая
какие, да, у него все, то есть там и 5000 или сколько там, 40-50, по-моему. И плюс, я просто попробовал, я не знаю, через 15 минут сгоняю. Что, Алекс научился бомбу делать? Ой, как хорошо это. Ну. А что там? Он убил из дебафа. Это просто ад, что ли? Нет, клетка взорвалась. А. Прикольно. У меня КДшка не прожалась в ДПС клетке. А я даже не заметил. Да что? Я ж даже не бил. На этом уже все. Ну была стака. Она делает все макросы. Это же ХГ кулдаун ушел. Как ты умер? Да я провокнул и прожал клифф зря, наверное. Вот, и потом что-то долго реагировал, что меня босса не забирают обратно.
Ну, блин. Так долго. Прикрой? А, понял. Да что ж мне лишние такие, а? Нет, там успевается просто. Я бы когда спину завязал. Окей, окей. Танчик есть. Понял.
Я иду, как Калик задумался. Стоит ли с меня метку забрать? Я все еще убежден, что он тебя не пытается подкупить, чтоб ты летал, а не он. Ну, не так долго, но как-то знаком. Потом на уже. Добейся. Есть. Ну типа там бастер. Да, в клерике тяжело, конечно, хилить. Забираю. Пока можешь не давать. Хотел мне откатиться. Танчик есть. Два кулдауна уходит, чтобы от шариков не бегать, мне так приятно. Смотрела.
шаг. А, ну нет. Есть кто-то? Нет. Сбросил стакер мил. Не резко. А, ну, наверное. Кто-то у нас скиллы там. Так он съел или не съел? Не, он не съел. На семействе не помню. А что произошло? Хилы достал? Задавило. Это все интересно. Мне кажется, он Enter, что ли, нажал еще. Это не вряд ли. Просто. Не, ну даже если его задавило, а хилов тоже задавило или что? Почему вы там полегли? Не, милишек нормально, поясни. А вот это все как да, там. Ну, я поставил твой. Я их обоих задавил? Твой стрим как ДПС-чек используется, с нулю как партер. Но у тебя на хаос так не был включен, да? Ну, я его после хаоса посоветую, провел на офлайн. Ну что, вроде должно, должно уже. Ну это как бы. А ты иди на две минутки, пока я дышу.
Я видели, что Лора там написал.
Паликс, целево, тихий тут. Я тут. Алекс? А, сейчас.
Yes. Стоим же я у вас. Вот она его хуй. Он со стаком. Добро.
Панчик есть? Кошак. Достань. Налево. Кошак. Там нет, достань, пожалуйста. Вообще убить его мне. Какая именно? У меня есть, это мне не надо. Тренеру будет доволен. Так, зеленая на этом же, да? Мунер опять чуть все не забрал. А что там произошло? А кто там бутылочки вообще еще ролят? Они его знают? Ну, зелененький для оружия. Апгрейд. Ну, не, мне нет. Мне эзотерики не хватит. Вот с ним лора. Просто, к примеру, даггер-то не падает. Я бы одну штучку взял, но... занидал я имею в виду. Да это, знаешь, так... такое. А может сейчас упадет, не знаю, там. Валикс падает, то что надо. Смотрите, Валикс падает, к примеру, на ДРК. Он берет щит и меч, и больше он не идет. И все, больше никого не видим. А там если падает щит, то, ну, и меч и щит вместе падает всегда, или нет? Скорее всего, да. Да, там Алекс пот и пошел покупать. Поушен уже хорошо прожимается. User entered your channel. И люди. На 8 зайду, пожалуй. Ну, смотри, сейчас пару раз файтнемся, и Лора придет к нам. Привет. Привет. Так он же вар вроде. Я-то могу и шкалером. Не, я варом не пойду. Окей. Ну, у меня арканист там висит на крисе, но чё-то... До 30-го качать-то так себе. Очень лень.
Фейта я не люблю, а там очереди в данже ждать тоже не прикольно, то я пока просто в левелинге хожу. Угу. Ну вот, пока вот эти вот 15 минут идут, то там какие-нибудь монголов делаю. У тебя нормально тихий? Понять себе долго. На спринтах Майлса бегать. Сюда. И во рта осторожно очень. 53. Спасибо, Лора. Что это смех такой шум? Я пришел в ДПС. А не смотри, ты мог.
3. Налево или направо? Четыре. Четыре. Thank you.
Ну, пифом сюда. Барри, давай, запускай. Если одно есть. Слева мимо. Право справа мимо, да. Четыре. Четыре. Пошел. Ниш. Угу. Ага. ЛБ типа, нет. Троечку, троечку. Давайте, в 1%. Как ладно не усел. Кто вы и где эти люди, с которыми я рейдил? О! Что-то полезное даже. Лора, это ты, да, забираешь? А, блин, нет. Ну чё, на трибунскую роль? Да, я говорю. Я хочу слышать эти крики. Я думаю, Алекс там, да. Алекс, по-любому. Нет. Лоры. User disconnected from your channel. Да кто? Всё. Просто посмотрим. Ну чё, книжки, еще часик есть? Нет, хога, конечно. Ты получил своего меня. А у кого-нибудь есть матерка запасная? Я отдам потом. Пятая. А сколько там, две штуки, я так понимаю? А, ну, у меня один есть, хач. Ну, а что тебе надо, скажите, выжим? А, сейчас я посмотрю, что на топор надо. Тихий, можешь ссылочку на стрим дать? Так, сейчас я попробую найти все где-то. А его же нельзя там выделить никак? Ну.
А у меня уже сохранилась твоя ссылка. Я нажимаю... Не, я, короче, ввожу, я искал, короче, когда я по Владимир Попов искал, вот. Я там открывал кучу каналов, я не могу найти твой. Ну, кстати, получается, я там Алекса на 3DP сыграл, если бы он не дал ЛБ, он бы мне принял. Он не давал ЛБ? Не, да, я тогда ЛБ в конце. Ларри дал ЛБ. А, тогда... Изи. Ага, да нет. Можешь пока чуть-чуть не выключать? Так, надо бы, кстати, записать куда-то. У нас, кстати, перевод мощный был такой. Ну, на last фазу 34% что-то. Угу, я подумаю. Посмотри дальше. И вашист, я меточку не хочу в конце ставить. Да я думаю, мы будем это... Без меточек? Да. То есть сейчас уже... Ну нет, я как... Ну да, это как... Не, ну они факт, что правильно поставили. Так. Browsers of Healing. А, мне дед нужен пятый. Вот мне. Дед? Ну, сейчас я возьму. Одна, да? Угу. Где ты бегаешь тут? Я у Хача. Ну, обменника. Сейчас приду. Возле сумочек? Сумочки? Да, где материя у меня. А, да. Это бегает. Сейчас, секундочку, я тут куплю. Спасибо. Я скажу, когда хач сити отдам. Сейчас надо замаудиться. Блин, у меня все еще не это. Не 240 это моего. А, у тебя 230-е кольцо, да? Не, у меня 220. Ну, там нет, там. Речка чуть-чуть много играла. Блин, решаться, конечно, столько крита. Это вообще, если у меня без крита. Вообще сейчас. А physical damage? Все это как бы компенсирует 5. Да, конечно. Там даже не 5, конечно. Там 1. Блин, надо посмотреть. Один физ дэмэдж с целью, это где-то 10 силы, по-моему. Еще считай, еще сверху силы. Это где-то, ну, 15-16 силы точно. Ну, так жалко, конечно, минус соточка. Просто. Ну, считай, ты же его как бы не... Ну, не просто крит теряешь, что-то взамен ты тоже получаешь. Скилл сплит. Не, кстати, вообще хороший топорчик. Ну, может быть.
Ну чё, пойдем куда? В Алекс не пойдет точно. Вот. Не знаю, не трогай, ты не хотите. Собираю хэмиш. Как-то ничего остается? Барри вот сказал. Варя, тебе, кстати, еще надо что со 8? Или это он и ушел? А. Угу. Кто знает, сколько на Нитхёга надо окурить? А как, сколько у вас Нет, я только знаю А8. Потому что как бы А8 потолок. Да не, спрашивай. Так и написали, как бы. А если не было вашей свадьбы? Угу. Да он с своим пингом, он пишет, что не пинг там. Я знаю, Валикс тоже, по-моему, говорил, что он не остается. Но он писал, что он, ну, пинг лагает, наверное, но... Угу. Да, но он же говорил, что он типа. User disconnected from your channel. Пока что. Я бы на самом деле, конечно. Хотя можно и варом. Сейчас я попробую написать его. А, я даже в скайпе нету. Ладно, давай я кину его пока. Если зайдет, мы это... Скажет. Так, а что, оно и в тайске, интересно? Я напишу. Где-то
ты не поняла, почему Рихан тут, а оно и... А, не в сети. Так, ну блин, что, поешь, что ли, ставить? А нельзя там, кстати, зайти в шестером? Really need the X switch, doctor. Только релик доделал, да, с целью. Да я на него сильно верю. Fan base. Это пошло, а не пошло ФК. Здесь не надо было прыгать, вот здесь. Ну, it's not about terabyte, we lost it by our... В общем, все, давайте завтра все это... на эту ход. Так сегодня ничего, никогда не ем? Ну, сейчас, погоди, найдем человека. Не, ты говоришь, как будто мы расходимся. А там потанковать никто не хочет.
Конечно, вторник, когда ресеты все закрывают, вот так все время. Ну, это тоже ресет. Да не знаю, мне DPS нравится всегда. Зашел, короче, встал в прогресс. Если не попало, сразу через 10 минут повторил. Ну, два раза отменил, все, можешь до завтра, типа. Какое, блин, чуть-чуть не хватило, буквально вот меточки в то время, пока меточки ставили. О, а вот на 10, ой, на пятерке хорошо. Не знаю, когда со мной, когда я с тобой, по-моему, был, мне не пора, что Лири там сказал, что типа... А, Ясмин пошел налево, а типа у них вниз надо было. Он сказал, что типа еще один там бок. Блин, он мог заранее сказать, я не знаю. А я как бы больше. Ну, я обычно брал верхнюю левую. Как это? Нормально? Да? Окей, я тогда верхнюю левую. Я возьму правую верхнюю. Я ничего не помню, так что сори. Кого-то... Кем-то придется пожертвовать. На вас файт. А это просто рандомчики? Ну да, поищу. Эй, а как обычно башню украсть? Thank you.
А. Я, кстати, когда за ВХМ ходил сюда, понял, что рейнджон-то не так просто дожить, как я думал. Я все равно считаю, что это не тяжело. Не, ну если ты смотришь краем глаз и на него идешь на костюм в твою сторону, то явно надо перейти в сторону. А он большой? И все. Кто берет, я все покрасно. Ну подождите, пока улетит только. Что ж, если нет? А нет, зарядим тут. А сейчас все умрут.
не уверен, что вы справитесь. Тоже оскакнуться не зовут. Опять лавафиль, короче, не успеваю. Не, ну я-то успел найти. Значит, все могут. Может, хилл Леннон был? Нормально. Все, я далеко. Что? Как-то далеко лохи не бьют, чем я вот что-то. А может надо было не позиционно бегать, а когда уешь не стоит? Я не бегал позиционно вообще. Я ради тебя стоял. Тогда... А чё я? И, кстати, Сири, я прибежал, туда и обратно прибежал, и всё нормально. А что из-за неплохости? Он думает, что... Ну, он, наверное, говорит, что надо выключить. О! Целя, ты смотри, ты, короче... Целя, все стояли в углу, а ты прибежал, поставил туда лужу. Ну, смотри, я поставил туда лужу, но я обратно побежал же таким путем, и я не попал. Да не, как бы... Ну, понимаешь, я-то не попал, значит, другие ноги. А ты тихий, погоди, ты не забрал ног-то, нет? Нет. 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 Возвращайся. Блин, бывает. Сори, это был я. А ведь я мог собрать ретейн. А сколько у тебя помиков? Ну. А кто Барри умер, когда я там, да? Кто следующий? На самом деле, от хвоста очень далеко бежать туда. Вы должны меня понимать. На спринте я могу. Thank you.
Ты уже просто сотри привычку уходить на 11 часов в начале пула. Под бордом, наверное, это фази садом подов просто шикарно. Да куда он ушел?
Так лучше, что ли? Да, хорошо. О, это вообще замечательно. Вот не знаю, почему здесь танки не могут отойти. Ну, оф-танк даже, которого забираю, чтобы по пайпу не кривануть. Он в баре вылетел. Угу. Полностью всех как можно пробьет. Блин, я не хочу. То есть надо было, кстати, первый удар одному. Посмотрим. Я вообще планировал выжить, как они нормально. Стандартно. О, это на БЛМ? Блин. Надо кому на БЛМ? Ну я паролю, ну так. Мне не надо, но я паролю. Ты же не играешь в БЛМ, да? Или? А для чего эта штучка нужна? А, нет, не знаю, бери, бери. Сейчас паролю. А они на неё не играют? Да как хочешь. Блин. Она, по-моему, стоит 500 гири где-то, так что... Тогда пас. Куда не интересует. Барри. Барри, ты тут? Это Барри не хотел уходить, я думал, а что мы надо? А, у нас тут трое. Так, что, нужен еще кто-то теперь? Вы его, короче, это, заставили парня закомплексовать. Он говорит, у меня там 900 ДПС, типа. Так, сейчас я попробую. Погоди сейчас. Андер.
Ты хочешь посоревноваться? О, не, я уверен, что я бартон плохо. Я вообще. Я играл в ГЛМ. Я чувствую. Чувствую всю боль. А ты сам играл новым ГЛМ? Нет, нет, новым. Новым. Вот именно что. Со стаками. Вот. Не, именно поддерживать на рыжь. Ну, не очень. Я, кстати, по-моему, позову. Но если он запорит, то все. Ну, ты же понимаешь, что запорить можно на любой момент. Это понятно, что, так, к примеру, там, как мы в А8 сидели там, на месяц, ты уже знаешь весь файт, но когда ты вначале не знаешь. Особенно, когда ты без астролога, ты, я в А8 уже в начале уже половину файта все движения точно помню наизусть. Что, как и когда уже все происходит. Но то же самое с БЛМ, всегда все запомни, то, конечно, потом весь работа. Надо макрос на 50 секунд сделать пула. Как раз вся подготовочка. Сири, ты дебаф на дамаг все время поддерживаешь, обычно? Какой, штормпас? Ну, красный, который. Блин, какой красный? Который увеличивает дамаг. Слышно, где как? Да, конечно. Ну, как по максимуму могу. Ну, для ниндзя это вообще просто. А, все равно... понял. К примеру, на пуле, третьим ударом вешается, а вот потом, если есть фар, то получается уже забить, и все. Ну, там, видишь, как бы, может, есть моменты, когда из-за механики не могу, но в основном, ну, конечно, да, всегда. Ну, к примеру, там опенер все равно открывается через то. Так что, в принципе, в начале... Ты каким ударом вешаешь? Да? Третьим. Тогда можно и вообще. Угу. Не надо. Ну, меньше. Нифига у него ХП. Может, ему в А8 байпайси. Как это, что его не хилит. Это что было? Будет, нет, да, сюда. Да, бывает. Хорошо, когда хп много.
Не понимаю, зачем они взяли, чтобы она откидывала? В чем смысл? Да тут я беру Таура еще сейчас. Так что... Пусть возьмет, короче, сейчас я. Верхний бегун. Серьезно, это хотел убить меня. Да это не я. Это у нас что-то хилы тут. Что-то мы придумывали. Масло не будет это. Почему он не интересен? Что за... Монеров? Почему да? Почему смотри, не интересно? Они тебя, да? Да. Вот зачем, да, мне интересно. Чего? Я бы тоже так мог умереть. Ой, ты не очень. Я знаю. Да у меня это есть, как тут у меня ТП на 2. Да у меня это есть, я помню. Может, я встану после? Давай. Просто я не побегу. Не
Забегайте туда, до прыва специально. Сейчас я ее не надо вот это. Винкануть кошки-то. Подождите меня. Я думаю, что здесь только мой шанс. Так-то где это? Сейчас я найду. Это надо кому-нибудь? Нет. У меня нет. Я пришел сюда полутать, короче. Я не знаю, у него 240-й, 230-й. Где? У него пару шмоток только 230. И у него релик есть, 240-й. Не, ну я смысл... Нет, подожди, он мог туда запихнуть. На курице. Там же можно менять, только песок нужен. А мы продолжаем фейлить. А что есть там? Я не смогу, блин. А. В опять? Ну, ЛБ ставит? Все равно. Ну, ты не забывай, что люди ходят, они видят еще большого, да? Или уже не видят? Ну, если пил уже не фэли, то, может быть, ну, я лучше. О, что это за клоун? Нет, никто. Босс забрал и улетел. Да, никто не... Ну, мы же думали, ты себе.
так обрадовался. Ну, не знаю, я так вижу, по-моему, в каком-то коде забыл. Ну, знаешь, тихий, я это куклу А8 на ниндзя тоже пришел, так что все, погнали. Ой, кто-то супер стоечки кидает. А, я умру, похоже. Угу. Если он не заберет. Когда мне будет 6 лет не прогнуть, не списали. Виноват. 11 излучителей. Да, да, да. А что это за вар? А что за кинес эти здесь? Чем вы пахнете? Вот, неплохо. Я тут причем. А что за прикол с этой интересной 11? Лора говорил, есть вар 11 из 10. Вот. Я по-моему дал 5 из 7, на самом деле. Я думаю, что они в панике. Да. Курнул, следит. Что-то.
Ну, вы даже больше похожи на нас. Я посмотрел, как есть прикол такой. Чувак что-то там обзоры писал такой, почему-то не 10 из 10, а 5 из 7 его там по интернету пошло. Давай. Мне кажется, не интересно. Не, ну вы прикольно. Вот это точно не смешно. Ну бывает. Мне это же не понравилось. Еще так вот. Она не бьет, серьезно. Так, сейчас главное сохранить файл.
Вот это вы красавчик. Ого-хо-хо-хо. Весело. Ну, ой-ой-ой, хорошо твой. Я рано колокол. А он все хиляет, все хиляет. Я смотрю, это пережить можно, там 48 тысяч всего. Ну, кстати, да. Так может, на как-нибудь. Или возможно 48 тысяч? Ну, типа, в танковский нужен. Как-нибудь-то можно, мне кажется. А первого хватит? Или нужен второй? Нет, третий нужен. Так что набивай сюда. Нет смысла даже. Просишь убить ее. Ну, смотри, если купол с укорным, все дела, еще там ЛБ-2 танковская, все равно и пойдет. Все идет по плану.
как все. Это прекрасно. Ну, можно закончить. Я попробую. Пятьсот двадцать семь. Мы так близко были. Чёрт. Прикол, что один шарик взял. Нет, ты один взял, а потом второй. А в чем он сейчас был? Не, сейчас, нет, сейчас он упал, я не знаю почему, но на хила не хватило. Это не его номер нашел. Не, мне кажется, здесь лоры. Хер я говорит. Давайте закончим 400. Я, на самом деле, тоже уже человек, который подустал. Да нет, я думаю, что это все из-за лора. Не, ну смотри, танк умирает на пустом месте. Значит, хила не хватит. И я умер на прошлом трае. Я не знаю, но если бы я еще до этого были траи, где я просто так умирал, то ли хила есть. Не там ли я сам по тупости, конечно. Не, ну Дов тоже можно списать, потому что никто ему не сказал, ну точнее Лора неправильно сказал. Чем-то под конец убило. Я уже даже ушел с босса. Его... Нет, я ушел на 5%. Ну, чарнулся. И пока я летел, я чем-то убил. Ну, по идее, там убивать должно быть нечем. Ну, наверное, ну, смотри. Получается, их килл виноват все равно. Ну, смотри, по идее, то есть вот этого моба убиваете ровно до третьего клева. Ну, твоего, правильно? Нет, не твоего. Вот, ну, который, которого я обычно танковал. Или которого Кена сейчас танковал. Нет, но убиваем мы быстро, учитывая, что даже мы сносим до... ну, когда босс улетает. И того мы быстро сносим. Я не знаю, чем его убило. Скорее всего, просто Лора... Может, он надеялся, что ну, мы еще быстрее убьем, и потом он отхилит уже. Хрен. Тебе теперь одного не хватает, так? Да?
Или все потом. А, я думал, тебе уже чуть-чуть. Да не знаю. Пишу, что у нас драгуна не будет. Так из-за нас драгуна не будет, драгун больше всех хочет. Я так понимаю, отпадает? Ну да. Не знаю, по-моему, там только драгуны хочет. Мне, в принципе, все равно, я просто за компанию походить, это нечего делать. Не знаю, а как вы хотите на это шло? Все равно, если кого-то одного, то одного же надо работать, или бы чисто по времени убить босса? Да не обязательно же, типа, знаешь, ну вот совсем. Ну, знаешь, вот так, чтобы прийти, знаешь, убить и без смертей, и без этого, без всяких таких штучек. А уши забирают Рэйди, что ли? Альт. Ладно, все, давайте, всем доброй ночи. Да, давайте, всем пока. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel.